Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. И сегодня у нас гороскоп на 17 апреля. 2021 года. День недели суббота. И как всегда, друзья, мы по традиции с вами начинаем с лунного календаря. Итак, друзья, сегодня у нас 5-6 лунные сутки. Луна будет находиться в знаке Зодиака Близнецы. Самые большие перемены ожидают вас в личной жизни. Именно сейчас судьба дарит вам новые встречи и долгосрочные знакомства с неординарными личностями. Обменивайтесь своими идеями и планами на будущее с теми, кому вы доверяете, и это улучшит ваше понимание происходящего и позволит увеличить число продаж или даже уровень дохода. Качественно проработать все сферы своей жизни поможет вам ароматерапия для устроения для построения вашего бизнеса и привлечения материального успеха, окуритесь сегодня квартиру или дом с жасмином. А если вас интересуют вопросы личной жизни, то тогда наполните спальню и ванную ароматом розы. И далее, друзья, у нас с вами общий гороскоп на 17 апреля. Сегодня многим придется менять свои планы, откладывать какие-то дела. Это поможет вызвать раздражение. Но вскоре станет очевидно, что все складывается наилучшим образом. Сегодня можно действовать непривычными методами, импровизировать, даже нарушать общепринятые правила ради достижения цели. Вероятно, необычные знакомства. Люди, совсем не похожие друг на друга, сегодня могут найти общий язык и проникнуться взаимной симпатией. Влюбленным легко будет договориться обо всем. Появится возможность увидеть перспективы будущих дел и отношений. Овен. Уважаемые наши овны, сегодня будет сложно сохранять равновесие. Эмоциональный фон будет нестабилен. Вы чаще обычного раздражаетесь из-за пустяков. Можете сердиться на всех вокруг. Не исключены сегодня конфликты с коллегами и руководством, из-за которых не удастся вовремя завершить работу над каким-то проектом. Стоит сегодня сосредоточиться на важном деле, вспомнить о главных целях, которые вы ставите перед собой. Так будет проще преодолевать испытания может потребоваться и поддержка близких людей. Не всем овнам будет легко рассказать о том, что их на самом деле беспокоит. Но те, кто решится на это, получат помощь и их даже хорошие советы. Телец. Уже мы и наши тюльцы благоприятный день для знакомств. Сегодня вам легко будет произвести хорошее впечатление, показать себя с лучшей стороны. Не исключено, что захотят вам помочь люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Новые союзники со временем станут настоящими друзьями. Вероятно, удачное решение финансовых вопросов. Возможны значительные денежные поступления. Хорошо сегодня складываются рабочие поездки. В вечер подход для отдыха, оздоровительных и профилактических процедур. Лучше всего не отказаться от посещения шумных мероприятий. На них вы вряд ли будете чувствовать себя хорошо. Близнецы. Жемые наши близнецы, вы стараетесь не принимать мелкие проблемы близко к сердцу, но получается это не очень хорошо у вас. Переживаний и волнений избежать не удается. Часто огорчают поступки вас окружающих. Некоторые близнецы будут разочарованы в людях, о которых прежде были высокого мнения. Однако не торопитесь с выводами. Возможно, вы неправильно оцениваете ситуацию или просто чего-то не знаете. Возможно, финансовые трудности. Вряд ли они будут носить серьезный характер, но все же у вас появится повод подумать о том, на что стоит тратить деньги, а на чем можно сэкономить. В конце дня вероятны даже приятные известия. Рак. Уже мои наши раки, день принесет только одни неожиданности. Скорее всего, вам придется менять планы, откладывать то, чем вы собирались бы заняться. Важными делами лучше заниматься сегодня самостоятельно. Так будет гораздо проще достичь поставленных целей. Старайтесь сегодня избегать бессмысленных споров и долгих разговоров. Они отнимают время и портят вам настроение, лишают вас энергии. Не упустите возможность научиться тому, что вскоре вам пригодится. Возможно, благоприятное стечение обстоятельств благодаря неожиданной удаче, решится вопрос, который вас беспокоил в последнее время. Во всем, что касается личных отношений, стоит сегодня вам полагаться на интуицию. Лев. Уважаемые наши львы, начало дня будет сложным. В это время вы склонны к раздражительности, нетерпеливы и очень требовательны ко всем вокруг. Даже с самыми близкими вам будет трудно договориться, а невинная беседа может закончиться сегодня ссорой. Обсуждение важных вопросов также лучше отложить. Со временем эмоциональный фон становится более благоприятным, а вы начинаете оптимистично смотреть на вещи. Вечер обещает приятное общение. Будьте внимательны к тем, кто кого вы любите. Сегодня это особенно важно для сохранения гармоничных отношений. Нежелательно сегодня критиковать окружающих, даже если вы уверены в правильности своих замечаний. Дева. Уважаемая наша дева, очень плодотворный день. Никакие проблемы, никакие преграды, неожиданно которые могут появиться у вас на пути, не заставят вас отказаться от задуманного. Вы упорно идете к поставленным целям и наверняка достигнете их. Самообладание, которое вы сохраняете даже в самых сложных ситуациях, вызывает уважение окружающих. Люди, которые прежде недооценивали вас, сегодня наверняка изменят свое мнение. Благоприятный день сегодня и для знакомств. Вы можете найти и новых союзников, и настоящих друзей. Не исключены сегодня и романтические увлечения, которые помогут вам по-иному взглянуть на многое. Весы. Уважаемые наши весы, будьте внимательны и старайтесь обдумывать каждый шаг многое будет складываться не так, как вы ожидали, но это не помешает вам достичь задуманного. Старайтесь сегодня избегать конфликтных ситуаций. Стремление доказать всем свою правоту вряд ли приведет к чему-то хорошему. Не исключены разногласия с руководством. Они вряд ли будут иметь долгосрочные последствия, но сегодня создадут для вас некоторые трудности. Искренняя забота о близких, неподдельный интерес к их делам помогут сохранить хорошие отношения и избежать напряженных моментов. Возможно, неожиданные романтические даже предложения. Скорпион. Уважаемые наши скорпионы, первая половина дня вряд ли принесет вам важные события. В это время можно обдумать события недавнего прошлого, проанализировать свои поступки и их последствия и подвести итоги. Желательно сегодня избегать необдуманных поступков, особенно если они могут привести к каким-то серьезным переменам в жизни. Позже, вероятно, разногласия с коллегами. Обсуждение рабочих вопросов может привести, к сожалению, к ссоре. Помните, что сейчас очень важна разборчивость в общении. Нежелательно сегодня посещать многолюдные мероприятия. Вечер лучше провести спокойно, отдохнуть и восстановить свои силы. Стрелец Уважаемые наши стрельцы, начинается день сегодняшний неплохо, но не стоит рассчитывать на то, что все сложится само собой. Достижение любой цели требует от вас усилий и стоит скорее взяться за дела, чтобы быстрее получить нужный результат. Позже нужно будет настроиться на серьезный лад. Даже самая простая и привычная работа потребует сосредоточенности и внимания к деталям. Не позволяйте никому отвлекать вас. Вероятны поездки. Они отнимут у вас больше времени, чем вам хотелось бы, и сложатся не слишком удачно. К тому же есть риск потерять в дороге важные документы. Не исключены и незапланированные расходы. Козерог. Уважаемые наши козероги, удачный день, вы почувствуете сегодня прилив сил и энергии. Поймете, что готовы взяться за важные дела, которым прежде не решались приступить. Вам придется поволноваться из-за работы. Тут возможны непредвиденные события и неожиданные перемены. Но все происходящее пойдет вам на пользу. У некоторых Козерогов появится шанс подняться по карьерной лестнице, возможны денежные поступления и выгодные сделки. Нежелательно сегодня принимать важные решения, которые будут касаться личных отношений или что-то кардинально менять в них. Вам нужно разобраться в собственных чувствах и все обдумать. А это, к сожалению, требует от вас времени. Водолей. Уважаемые наши водолеи, начало дня приносит вам новые идеи и смелые планы. Это исключительно благоприятное время для творческой работы, а также для общения с друзьями и единомышленниками. У вас будет шанс получить какую-то полезную информацию, раскрыть тайну, которая давно не давала вам покоя. Чем ближе вечер, тем больше становится искушений и соблазнов. Надейте в себе силы противостоять им, иначе вы упустите что-то важное. Готовясь к любым важным встречам, общайте, обращайте вниз особое внимание на свой внешний вид. Сегодня он должен быть только безупречным. Старайтесь избегать перегрузок, они плохо сказываются на вашем здоровье. Рыбы Уважаемые наши рыбы, благоприятный день для поиска союзников. У вас есть шанс получить поддержку людей, которых многие хотели бы видеть на своей стороне. Вы способны многих заинтересовать своими идеями, но не стоит раскрывать все карты сразу, как и доверять тем, кто обещает вам слишком многое. В делах стоит полагаться на интуицию. Она подскажет, кто хочет помочь вам, а кто заботится только о собственных интересах легко будет найти общий язык с близкими и решение каких-то старых проблем найдется неожиданно быстро решить. Влюбленных рыб ждут романтические признания и даже приятные сюрпризы.